Смотрите, если вашу... Можно? Да пофиг, поехали. Там основное решить, кидает любой, кто подобрал упавший мяч, или кидает по человеку от каждой команды. Но у нас любой. Мало, вы можете передавать пас. Да, да, да. Если вас попадает, задевает любую часть руки тела и отскакивает, тепле, главное, холодно. Вас выбили, вы выходите, ну, вон, к столу, допустим, или сюда, к стеночке. Если вы поймали мяч, вас не выбили, и вы можете спасти кого-то из своих. То есть, если я поймал, я могу засейвить того, кого уже выбили. Слишком сильно не кидайте. А если поймал, я отскочил. Да, просто сильно не кидаем. Давайте, да, давайте не целиться, не целиться в голову. Да. Желать... А лучше вообще по ногам. Да. Ну, лучше, ну, в тело можно, но в голову, ну, вот точно. Ну, и вал тоже, блин. Так, где примерно середина будет? Где-то тут? Ну, пусть будет эта середина. Нам тогда дальше надо отходить. Что это? Дальше? Получается, наша... Конечно. Вот, Принесите, вот это другое дело уже. Кегли. Да, мы ориентируемся, по краю поставить, да и все. У меня глазомер работает. Кегли, вроде. Мы в боулинг собрались. Не-не, Карин, кривовато. А, ну, без центра, просто вот так вот команда... За центр заходить нельзя, ага. Да. А, вон мы. Мы команда на команду. Так, выбиваем. Рук уже не чувствую. Да, нормально. Ну, сейчас побегаем. Так, расстановка если будет такая. Мальчики спереди, девочки чуть сзади. Что в тебя летит, то... Мне кажется, так будет идеально. Ну так, шо? Глеб, тебе туда тогда? Так они не такие. Станем свиньей. А они раком. Они не такие. Пожилые стратегии пошли. Вы готовы? Ну, начинайте. Давайте. Давай, давай, уже. Начнем с самых сильных. О, дай к нам мяч. Нормальная динамика пошла. Нет, теперь вы. Кидай. В смысле? Так теперь мы кидаем. Мы же кидаем теперь. Же поймать, так он постоянно будет отскакивать, если... Ребята, вы ловите вас. А вы ловите. Так работает. Касайся, касайся, касайся. Все равно по очереди. По очереди просто. Давайте несколько мячей. Несколько? Поймал! Поймал! От стены не считай. Вы поймал. Ну, это нормально. Вначале он у него с рук отскочил. Так это нормально. Я выхожу, выхожу. Держи. Кидай ты, Дин. Свечка. Ой, что-то она загажена. Ой-ой-ой. Это что такое? Блин, Дима, ну, Дима. Минус один. Дальше отходим. У вас минус один, любой. Еще? Да, у них минус один. Так я их сейчас всех выбью просто. Свечка минус один человек? Да. Минус. Это что за новый? У нас запасная просто. Блин, подождите, давайте правила сначала обозначим. Нет, все, все. Иначе это не дело. Короче, у нас запасная свечка бонусная. Все, все, я пиздобол. Если так надо будет... ближе подходить, как, как Дина. Девчонки, давайте. Ай, блядь! Я косой. А, мы ему... Кореш, отойди. Подходи ближе. Хорош. Задел, нет? Нет, рикошет не считается. Стеночки нет. Кать, ближе подходи. А стеночки не считается. Конечно, считается. Напугай их, Кать. Чтобы они не ожидали. Так долго готовилась в итоге. Блин, я хотел поймать. Хорош. Сюда, как нам нужно было поймать. Нам нужно поймать. Ребята, ну вы чё? Нам надо мяч поймать. Дина, давай. План свинья работает, Дим. Дина. Ловите, ловите. Бля! Не, ну в любом случае, давайте по очереди. Ой! Ну куда это? Выходи! Выходи! Жените, да! Дайте нам мяч поймать, киньте легко! Вам мяч? Ну нам игрок нужен. Хорошо. Ну легко. Ну так им все равно, да-да-да. Зарк, сюда мяч. Да-да, им. Мы по очереди кидаем. Да-да, по очереди. Нас бы побольше человек. Давайте поближе встанем. Поближе. Ой-ой-ой. Все, один выходит из нас, нет? Да, уже две. Поймал. Сука. Блин, их вообще не выбьешь. Блин, а чего так жестко? Давайте, девчонки, давайте, вы можете, можете. Мотивируйте, не надо. Как даже сильный вес нога. Посильнее. Давай, давай, давай. Давай, выбивай. Ядро кидай. Я вообще прохладный пиздец. Проходи. На! Хорош! У нас свечка, пофиг! Давай! Падлу играть. Я понимаю. Да, у нас же две свечки. Выходи, Зарк! Не-не-не! Выходи!
Зарка добивает. Еще ему минус два было. Они не стакаются. Я не понимаю, да или нет? Когда у нас выиграет, если вы понимаете. Итак, кидает игрец представитель вражеской команды. Подходит близко, замахивается и... Ваша подача. Я типа обмануть пытаюсь, но как-то некрасиво получилось. Он обманывает с первого раза. Тина почти. Ой-ой-ой-ой. У нас микротравма. Палец? Мяч жесткий, аккуратней. Сори, если что, я не сильно кидал. Серьезный спорт, серьезные травмы. Хотите сказать, что я осталась одна? Да, да? Ксюша. А Катя тоже все? Нет, палец. Сейчас будет клатч. Мизинец мяло. Два раза. Ксюша, надо попробовать поймать. Минус оператор. Блин, я могу варежь кидать. Да. И сразу кинуть? Поближе можешь подойти там. Вон, в реклента. Сюда! Сюда! А это хорош, Ксюша. Камбэк, что ли? Ты можешь. Сейчас изи будет, все нормально. Резко. Попробуй поймать. Нет, неудобно. Да, дайте, нет, такой не поймать. Так. На выход! Ему этот мяч! Мяч бомбой сейчас. Дин, все нормально? Чат, это для вас. Да, мимо. Не сильно говорит. Я ж по ногам. Он очень жесткий. Хорош. Операторы тоже играют, да? А давайте... Ну, очень сложно. Вот Ксюха как раз спортом поставим. Хотела позаниматься, да? Это... Блин, я думал, надо оперативно все сделать просто. Блять! Неплохо. Она сейчас свое очко. Она сейчас выиграет. Попробуй поймать, если будет лететь высоко. Аккуратно с ногтями. Пизда, он меня отлетит. Да. Ну, да, ты смотри там. Я смотрю на вас, как вы прыгаете, бац, мне летит. Да. Не получилось. Ой. Река, в тебя попали? Да, он не играет. Давай, Ксюха, 2-1, ты можешь. Продеича выбивай. Соло. Давай. Он не успеет, реакции не... О! Выходите кто-нибудь! Выходи! Рейзер. Выходить? Вы можете выходить, одного спасла она. Может такую... А, твой. Да. Бородейщина. Я готов. Меня если ловишь, можно же... Блин, Ксюха, ты на чьей стороне? Лучше, Сашенька! Ей между ног проскочила! Ты на чьей стороне? Что ты делаешь? Я вызываю один на один Продеича. Максимальная сила. Давай. Кто первый кидает? Камень, ножницы. Не, давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первый. Мы с Диманом один на один. Дуэль. Из-за холода. Я могу шевелить. Да. Диман, давай не расслабляйся сразу. Опа! Туда! Мы не футбол играем, мы шевал. Такой неудобный. Осторожно, играет Дмитрий Ликс. Попал, нет? От земли? По-моему, нет. Нужен повтор. Повтор. Ой. Нужен повтор. Повтор нужен. Чат, попал, нет? По-моему, от земли было. Давай, продолжим. До конкретного попадания. Хорош. Битва титанов пошла. Сюда. Так. Это не так просто. Конечно, цель-то одна. Это было близко. Ой, извиняюсь. А давайте так, если кто-то поймает, то он выиграл. Да. Парадиш! Дима! По-моему, опять было. Диман, давай! Как?
Свертушечки. Чудак! Мяч! Парадись! 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 Вообще, я ладошкой задел. Ну, он ж попал. Я хотел ловить, я ладошкой задел. Ладошкой задел. Задел? Да, да, попал. Ты попал. А с каким мы играем-то? Я не знаю. Хорош. Сюда! Диман, давай. Я готов, тренер. Скользко. Дива! Сюда! Давайте теперь один на один, тот еще. Давайте. Чат, кто? Чат, кто будет один на один? Пишите. Да вы же командами. Или командами. Команда. Я боролся. Да, за вас. Согласен. Давайте командами. Будет справедливо. Спасибо, что болели. Команда. А что, может, сторонами просто поменяемся, все? Или... Да. Да. Пойдем. А может, команды свапнем, поменяем вообще составы? Сможете? Да какой? Прохладно, надо подвигаться просто. Я так... Чат, я вас вижу. Это Йонт? Да. Всем привет. Я надеюсь, вы меня слышите. Осторожно играет Дмитрий Лихин. Блин, мяч скользкий, на самом деле, тяжелый. А с этими смайликами, да? Да. С коронными. Улчер. Накидайте этих котов, которые... Чат, вам нравится вообще? Что скажете? Ну что, мотивационный спич будет? Да, я вас читаю. Вижу, говорите, что добавить, что нет. У нас шпион. Баланс? Зачем ты их нужна? А, поменялись? Да, команда. Да. Подожди, у них задержка. Да. Ты не ходил, почему? Мы только что проиграли. Вам это понравилось? Ты выиграл, Вадим. Вам это понравилось? Это так себе. Мы что, хотим выиграть? Значит, да! Вика! 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 Мы готовы. Давайте так все заодно встанем. Кто начинал в прошлый раз кидать? Погнали. Мы? Или вы? Кидайте. Аккуратнее ногти, девчонки, делаю, берегите. Прячу, имейте в виду. За а? Я прячу за тебя здесь. Все, кидай. Я увернусь, не успеешь. Погнали. А что Зарк-то спрятался? Так, напоминаю, сейчас опять полсилы. Оп. Пока что ловить нет смысла, по идее. Не забывайте, да, что у нас девушки, кидайте аккуратно. На это и был расчет, чтобы нас сильно не кидали. Все четко. Слышишь? Это отмена полная. Хорош. Ого. Я справился с этим. Надо, чтобы... Ого. А от мяча слабо так вывернулся? От мяча вывернулся. Ну, если я шибут на вкус. По яйцам. Не получилось. Хорош. Хорош. Дайте мячик. Ничего не сорвал, надеюсь. Может, оператору дадим кинуть? Блин! На нахуй. Опять? Сходи, Диман, хотел, пока он спит, его вообще поймать. Хороший день. А вы куда? Давай. Сюда, туда его. За всю боль. Ой-ой-ой-ой-ой. Я должен был попасть под это. Меткий выстрел. Поражает одного нашего игрока. Дина думает, зачем я пришла на физкультуру? Давай, не надо. Так спокойно подходит. Катя, давай. Катя, они в упор. Давай. Катя, НТ. Забайтила. Хорош. Хорош, мяч нам. Сейчас, подожди. Ктюка. За все давай, давай, Дима, рядом. Хорош. Как же между ног мяч проходит. Дим, давай, Дим, твоя очередь. Я кидаю? Да. Потом я. О, нет. Ой, нифига. Диман, ты че? Дима, там я думал, это вы туда залезли. Читер, смотрите, блядь. Что смотрите. Что такое? Инвиз, нахуй. О! А что это такое? Не, ну это вообще, это, ребят, ну я тоже так же могу. Да ладно, я шучу. Хорош, Дин. Давай. А? А, или Катя кидает. Давай сейчас поймаем. Спасибо, Рек. Я. Или кто кидает? Так, Катя, отличный бросок. Неплохо. В следующий раз кидай лучше. Все хорошо, рекрент кидает. Вот это нам.
мячика прилетела. Вот это прилетает хорошее. Дина, надо выбить. Фейкуй. Фейкуй, Дина. Нет, за все боль. Чего ты палишь, что это? Смотри, он сидит. Смотри, он сидит. Он не просто кинет. Блин, я думала, под круточкой, и все будет хорошо. Итак, что пишет чат, Катя? Посмотри, пожалуйста. Оп, обманщик. Мне нужно понимать. Хотите кинуть? Покидайте. Давай, сюда. Давайте, киньте. Давайте, я подержу. Там руки заняты. Так. Не камеру тут кидайте. Так, Ксюха, ты кидаешь, да? Так, они все в пятером на поле. Нужно выбить хотя бы одного. Рекреанты не так просто поймать. Химик. Рекреант это... Ой, там какой... Это ульта была. Это наездник на кидоволка. Они теперь два хода пропускают, они ультанули, ману использовали. Сейчас Дима кидает. Я кидаю, да? Дим, ты кидаешь, я после него. Это ульта была. Ой. Ты кому? Лех, накинь. Я думал с подкруткой кинуть, чтобы не поймать было. Готов? Да. Это было жестко, ребят. Ультой. Где? Я тоже ультанул. Смотри, движешь. На митинг. Ой. Хорош. Хорош. А, она уже не играет, да? Не, я случайно. Ой, Ксюк, тебе можно с операторами поиграть. Проверить, как они оборачиваются. Давай. Смотри. Так. Давай ты кидаешь. Ты идешь за мной. Мне подкиньте мяч, я через себя ударю. Чтобы руку твою не видно было, кидаешь. Нет. Понятно, надо говорить. Это фейк-бросок. Он меня... Он тоже играть будет? Он туда будет кидать. Ничего у вас там... Вообще-то вы не попали. Чего вы радуетесь, вы не попали? Ксюха, подкинь, я буду бить через себя. Вы не попали, вы мимо. Да, блин. Да, она увернулась. Отсюда подкинь мне туда, и я буду через себя бить. Я, скорее всего, буду. Давай, просто подкинь, да. Не, ну я бы даже поддался за такое. Да пошли, кореш, давай. Давай, все, накинуй так же. Я с вертушки. Удар через себя. Повыше. Давай. Так, вот переходишь. Что... Куда? Если ты это ударил, я был бы в шоке. Красиво. Так. Все, мы у нас потихоньку переходит в КПР, да, все. Это FPL лига просто. Окей, договорились. Но, кстати, это можно было ловить, но они не рискнули, Так у них Дина неровно, зачем он ловит? Неожиданный бросок, но мимо. Все в инкрементах стреляют. Так, кто кидает сейчас? Ксюша, да? Давай, Ксюша. Так, подкиньте мне мяч. Дим, давай. Какой-то супер прием. Это пиздец сейчас. Подкинь вот так вот. Я сейчас поддамся. Главное не свернуться здесь скользко. Он сейчас типа по волейбольному. Нет, стой, вот отсюда кидай. Получится, просто подкинь повыше, давай. И очки сниму на всякий. Давай, давай еще раз. Играет Дмитрий Ликс. Вот сюда кидай. Вот сюда. Нет, Дим, это не так делается. Ну почти. Попал. А может, как Чельбан? Есть еще порох в пороховнице. Ой-ой-ой. Может, еще вот так? Да-да. А ты на меня кофт не смотрела? Кидай за меня. Блядь. Давай! Давай, кидайте. Давай. Мы садимся, ты кидаешь, замахнись, замахнись. Если что. Давай, раз, два, три, садись. Так, нормально, теперь точно. Раз, два, три. Да! Да, на это. Ай-яй-яй. Хороший бросок, Дина. Кидай. Ой, в меня сейчас будет по-любому. Блядь, Карин, ты чё? О, неуважение к сопернику, это мне я поощряю. Это нужно, чтобы демотивировать их немножко, выбить из колеи. Сейчас сюда полетит. Нет. Сюда? Нет. Вот. Все нормально. Крутило. Все нормально. А меня кто-нибудь выбьет? Минуточку. Меня кто-нибудь выбьет? Что?
Меня кто-нибудь выбьет? Кулиша. Дим, камера Кулиша. Камера дорогая, Леш. Нам с оператором это будет сразу. Не будут меня кидать. Кстати, идея нормальная. Блядь, жесткий очень, ребят, кто в чате, на самом деле. У меня дуэль с ним. Ловлю. На противоход хотел бы. Надо поймать. А мы же вроде, ты же ударил или нет? Ты не замерзла? Нам нужно усиление. Блин, он все ловит, что у него допинг-тест нужен. Проверьте его руки, а не с липучками. Допинг-контроль. Вот это игрока в белом, пожалуйста. У него липучки на руках 100%. Он все ловит. Продеешь не контрится. Кидайте в ноги, чтобы он не поймал. Все, они уже дерутся. Дима, давай. Пока они там играют. Давай. Сюда! Попали! Это было реально. У них очень много маны. Легко. Уже холодно становится, если честно. Может быть, это уже будем... Надо просто выиграть. Давай, ёбан! Не, я сейчас... Все! Дина! Дина! У меня... У нас просто в три было или вы еще... А мы просто было тоже. Ну какая разница? Ничего не ловит, они что, ебали? Вы что, ебали, вы что? Да, я богатый... Ребят, становится очень прохладно. Становится очень прохладно, и надо, наверное, что-то придумывать. У меня голос...